Аромат. Хлеб должен пахнуть пшеницей, а не печкой. Мелодичный хруст корочки и мякоть обязательно пористая. Таким увидели и попробовали городской батон организаторы конкурса «Роскачество». О столь пристальном внимании к собственной продукции ни пекари, ни технологи, ни руководство хлебобулочного предприятия «Эльвира» не знали. Для чистоты эксперимента батон, представленный на конкурс, организаторы приобрели в свободной продаже. Точно так же, как это делают каждый день сотни астраханцев. В результате диплом, получить который стремится каждый производитель. Конкурс серьезный и награда ответственная. Каждой новой партии хлеба необходимо подтверждать качество. Мы не жалеем сырья, покупаем самое дорогое сырье и рецептуру богатенность. И сахар добавляется, масло добавляется, поэтому еще вкуснее получается. От 8 до 12 тонн именно столько хлебобулочных и кондитерских изделий каждый день отправляют в торговые сети и фирменные магазины. А уже оттуда хлеб, сдобы и сладости попадают на столы астраханцев. Затем, чтобы продукция соответствовала ГОСТу, следят в лаборатории. Главный технолог Асия Шакирова разрабатывает новый рецепт. Что это будет, пока не раскрывает. Сейчас в ассортименте 50 наименований хлебобулочных изделий. Многое делают по классическим технологиям и старинным рецептам. У нас есть хмелевой бездрожжевой хлеб. Вот я этот хлеб сама лично тоже освоила на хмелевых шишках, приготовила закваску. Затем, значит, на этой закваске замесила тесто по рецепту моей мамы старой, покойной уже. Ну, хлеб получился очень хороший. В прошлом году появилась еще одна серьезная награда. Пекарня «Эльвира» стала лучшим малым предприятием региона в сфере производства потребительской продукции. Диплом подписан губернатором. Александр Жилкин побывал на производстве после того, как астраханские пекари объединились, чтобы бороться с теневым рынком. Одно из ведущих предприятий своей отрасли вошло в ассоциацию пекарей и кондитеров Астрахани. Как раз то, что мы и добивались, когда создавали ассоциацию, я вас поддержал, это то, что было абсолютно качественное, которое хлеб производился на рынке безопасный для населения. Восточные сладости – то, что отличает продукцию «Эльвира». 200 наименований кондитерских изделий – все на полках фирменного магазина. Для пекарей есть только один показатель качества – когда ешь и не можешь остановиться. Последнее слово за покупателем. Мне здесь очень нравится такая выпечка. По вкусу, свежая всегда. У меня есть маленький ребенок, который очень любит сладкое, и поэтому каждый день я заезжаю сюда. Здесь очень вкусно, приятные цены, и нам очень нравится в нашей семье. Я приезжаю сюда с Бабаевского, чтобы взять этот хлеб. Что это для меня километра не предел, лишь бы хлеб хороший был. Далеко ездить за выпечкой скоро не придется. В планах открыть еще два фирменных магазина. Анастасия Анферова, Вадим Матасов. Центр новостей.